Мечтаете о ремонте? Есть простое решение. Сделайте квартиру такой, как вам хочется. Кредит на ремонт до 750 тысяч рублей. От 14,5% годовых. Денег хватит на все. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7100. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Лилия Тельняк. Кредит на ремонт до 750 тысяч рублей. Сделайте свою квартиру такой, какой вам хочется. Восточный экспресс-банк, улица Куйбышева, 103. А теперь о погоде. Во вторник северную половину Урала охватит холодный арктический антициклон. И здесь вероятность осадков ожидается небольшой. А вот на юг региона этот очаг пока не пропустит циклонический вихрь. И у нас наступающий день пройдет под аккомпанемент дождей. В Екатеринбурге и Тюмени без существенных осадков. В Челябинске ливневые дожди. Температура днем плюс 12-14. В Челябинске до плюс 17. В Кургане ночью облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11. Днем в Кургане облачная погода с прояснениями. Временами дожди. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет слабо расти. 15 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!